Получило. Здорово, друг. Палыч, ну я там все, да, я там все написал же, это самое. Я сейчас просто на работу еду, на велике еду. Рука, это, телефон в руке держу. Короче, это будет, да, я уже с ним созвонился, просто я, ну, опережаю информацию, которую я размещаю. Созвонился, он все, он согласен. То есть завтра он 12 часов у нас в горкоме. Осталось еще наш состав определить, и будет четко. Зачем нам козыри? Нам нужен этот. А, не, ну его бы нет, его бы хорошо, а что-то позови его. Нет, а они уже. Нет, смотри, если кто прививку не ставит, они тогда это говорят, это Роспотребнадзор нас заставляет. А вот можно позвать его для небольшого диспута. Ну если. Послушай. А у меня нету, да. Путин говорил тоже.